Пенсионная реформа, принятая Госдумой в первом чтении, вызвала большой резонанс во всей стране. Забайкальский край не стал исключением. Жители городов и сел региона собирают подписи против грядущих изменений. Свою точку зрения высказал и гость телеканала ЗАП-ТВ Владимир Лобанов. Моя позиция – объясните, почему? Почему так происходит? Должно быть четко гарантировано разъяснение, почему происходит такая ситуация, почему увеличивается пенсионный возраст, почему производится повышение налога на добавленную стоимость. Мы здравомыслящие люди, мы все с вами спокойно можем сказать о том, что нам нравится, то, что не нравится. Но я думаю, что нам все равно надо и правительству, и всем остальным искать возможности и другие источники финансирования, искать другие возможности поддержания нашего государства и нашего населения.